Итак, ребята, всем привет! Сегодня в 18.00 по Москве состоится очередной стрим по Dark Souls Remastered. Мы там, в общем-то, в прошлый раз отлично побегали, дико поражали, стрим был очень смешной. Вот, сегодня мы продолжим. Напомню, что произошло на прошлом стриме. Мы одолели горгули, позвонили в первый колокол. Потом рванули в катакомбы, там нашли обряд возжигания, после чего вернулись опять в Firelink Shrine. И это заняло у нас больше 3 часов. Короче, там вообще трэш какой-то был. Тяжело на самом деле играть в Dark Souls, потому что он, ну, достаточно устарел с точки зрения геймплея. Многие вещи здесь работают совершенно не так, как работают сейчас в современных Souls-лайках, да? Плюс ко всему здесь у ворота, по-моему, только в 4 стороны, если я ничего не путаю, да? Короче, здесь как-то все прям тяжело идет, но на самом деле очень весело время проводим, поэтому приходите. Стримов давно не было, потому что я болел, в общем-то, сейчас до конца еще прям уж я не отошел, если говорить прямо, да? Нос еще проблемы вызывает, скажем так. Но, в принципе, скажем так, стримить уже можно. Короче, ссылочки все в описании, на Twitch переходите в 18.00 по Москве, буду вас ждать.